Девушки, парни, всем привет! Вы на канале Все Китай. И как вы уже слышите, я немножко заболел. Да, осень пришла, насморк, блин, принесла. Ну и ладно. Итак, три посылочки с сайта AliExpress. Вот такая вот большущая. И три вот таких вот маленьких. Ну, как всегда, давайте с менее интересных начнем, с вот этих вот маленьких посылочек. Итак, доехали они по-разному, да. Итак, вот этот пакетик. И тут у нас металл, да, металл. Итак, в общем, доехала данная посылочка к нам за 3 недели, не отслеживалась вообще. Продавец оценил в 2 бакса, но по сути здесь почти на 2 доллара посылка и есть. Итак, купил я вот такие вот прикольные, сейчас вы все поймете, штуки для заварки чая. Ну, сейчас вы увидите. Итак, та-дам, вот такие вот 3 штуки на групповых покупках я заказал, вообще классно. Один вот такой вот стоил где-то центов 70. Ну, давайте же посмотрим, что же он из себя представляет. Итак, вот так вот все это закрывается. Не очень, конечно, надежно все закрывается. Но есть. Вот такое вот сердечко у нас. Сюда мы насыпаем наш чаек. Закрываем. Но конструкция так себе, если честно. Я не знаю, нам долго ее хватит или нет. Но этот не очень. Давайте вот этот посмотрим. Все так сделано в сердечках. Ну, прикольно, прикольно, но вот... О, вот здесь все четко, нормально, годится. Итак, давайте третий проверим. Пам-бам. Итак, здесь вообще все туговато. Ну, сейчас все закроем. Да, эти два вообще все бомбесно, смотрите, все не открывается. Ну, в общем, можно спокойно заваривать классный чай. Ну, а здесь нужно немножко пошаманить, но это мы все сделаем. Итак, это все мы уберем вот сюда. Итак, вот такая вот посылочка у нас маленькая, да. Приехала она за месяц почти, вообще не слежилась. Так, продавец оценил в целых 5 баксов, но какие, блин, 5 баксов? Здесь у нас указка, да. Ну, сейчас посмотрим, стоила она где-то в районе доллара. Ну, как всегда, ссылочки на все будут в описании, так что все зайдете, все посмотрите. Итак, из двух частей состоит наша указка. Давайте же откроем и посмотрим, что же она из себя представляет. Было бы классно, если бы здесь были у нас батарейки, но батареек нет. Ручка классная, резиновая такая. Ну, давайте все закрутим. Две мини-пальчиковые батарейки здесь у нас. Итак, нужно все это как-то закрутить. Не, ну, красиво, красиво. Это все у нас прорезинено, здесь у нас должна быть лампочка, лазер, в общем, кнопочка работает, даже есть какие-то надписи, можно вот здесь что-то прочесть на китайском, но как-то все прикольно и круто. Итак, есть, вот здесь что-то даже написано у нас, лазер, ну, в общем, прикольно, стоило где-то, ну, говорю, чуть больше доллара, плюс-минус. Итак, и вот мы подошли к нашей большой посылочке, мы сюда отложим лазер, итак. Что же здесь у нас, спросите вы меня? Здесь у нас экранчик на смартфон ZTE V5 Red Bull. Да, я делал на данный смартфон обзор. И да, на этот же смартфон этот экран. Ну вообще, ну, прикольно, если честно. Итак, продавец оценил в целых 5 баксов, опять 5 баксов. Доехала она за 1,5 месяца, просто очень долго. Конечно, да, она отслеживалась, но 1,5 месяца это очень-очень долго. Итак, давайте же открывать. Итак, откроем, 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 па-бам, есть, вот здесь откроем, па-бам, есть, и откроем посередине, и давайте же посмотрим, что же к нам приехало. Итак, что-то не очень оно открывается, итак вот, запаковал, ух, конечно, офигеть, как классно. Экран стоит порядка 30 долларов, итак, пенопласт, не очень я люблю пенопласт, но... Итак, первая отверточка есть, прикольно, вторая отверточка. Итак, продавец положил в подарок две отвертки, вот таких вот. Ну, есть и есть, хорошо. Итак, вот сам бокс, пенопласт, блин, как же он раздражает. Ой, фу. Итак, что же здесь у нас, какая-то, ну не знаю, что это, подарок китайский, какой-то скотч. Да, это скорее всего двухсторонний скотч какой-то, ну ладно, есть, есть. Итак, достаем. Здесь у нас вот такая вот штучка. Зачем? Не знаю. Но есть, есть.
Итак, и давайте достаем же наш экран. Запаковал вообще. Молодец продавец. Реально можно поставить им 5 звезд, если экран нормальный, тач будет работать. Я надеюсь, я возьму данный смартфон после того, как его сделают на обзор. Ну, не то, что на обзор, просто скажу свое мнение о данном дисплее, нормальный он или так себе. Итак, вот так вот все. Вот матрица, вот шлейфы два идут у нас. Ну, нормально, все. Как-то так, даже есть визитка, типа, дорогой друг. Ну, все это понятно, поставь 5 звезд, ля-ля-то-поля. Немножко здесь поцарапано как-то все, но это металл, в принципе, нормально. Итак, ну что, пока что все нормально, нужно ставить, проверять, тестировать, как он вообще работает или нет. Ну, как-то так, вот такие вот к нам по ссылочке приехал, на все это будут ссылочки в описании, так что заходите, смотрите, покупайте. Если вам понравилось видео, поддержим лайком, подписываемся на канал «Все Китай», также вступаем в нашу группу «Все Китай» ВКонтакте, ссылочки будут в описании, также не забывайте. Под данным видео в описании много классных вкусняшек, так что заходите и смотрите. Всем спасибо, всем пока, хорошего настроения, до новых встреч!